Всем привет! С вами Наталья Мапола. И сегодня в мастер-классе мы будем создавать вот таких милых, забавных стрекоз. Для создания такого милого насекомого нам с вами понадобится совсем немного бисера, можно даже китайского, двух размеров, покрупнее и помельче, а также пара крупных бусин, которые будут имитировать глазки. И, конечно же, плести мы с вами будем нашу стрекозу на проволоке. У меня это 3 миллиметра. И мы приступаем. Итак, отмотаем от катушки 1 м 10 см, 1 м 20 см проволоки. Работать мы будем сразу обоими концами нашей проволоки и плести будем параллельным плетением. Итак, приступаем. Начинаем с того, что наберем одну крупную бусину, далее одну зеленую бусину и крупную бусину. Это будет наш первый ряд глазки. Далее сразу же набираем две бусинки. Это начинаем мы плести тело стрекозы и проходим второй проволокой навстречу. Вот так. Далее берем за кончики проволоки, выравниваем их и опускаем наши все бусины, набранные, на центр данного отрезка. Вот так. И затем хорошенько подтягиваем, чтобы ничего не болталось. Вот так. Далее на каждую из проволок наберем 40 бисерин прозрачного хрустального цвета. Это будут наши крылья. Итак, набираем 40 бисеринок на каждый конец проволоки. Итак, набрали по 40 бисерин на каждый хвостик проволочки. Далее, придерживая, чтобы бисеринки не соскочили, продеваем правый хвостик, вот правую проволочку, влево. Вот так. Соответственно, левую вправо. Затягиваем. А этот хвостик продеваем сюда. Снова у нас с вами оба хвостика проволочки выходят влево-вправо. Вот так. Далее продолжаем плетение и наберем две бусинки зеленого цвета, продолжая плести тельце. И точно так же пройдем вторым концом проволоки навстречу эти две бусинки. Вот так. Затягиваем. И на данном этапе мы будем плести вторую пару крыльев нашей стрекозы. Итак, наберем на каждую проволочку по 30 бисерин прозрачного цвета. Итак, набираем.
Итак, набрали на каждую сторону по 30 бисерин. И далее делаем все то же самое. Проходим правым концом проволоки через две крупные зеленые бисерины влево. Затягиваем. Соответственно, левым концом мы проходим вправо. Вот так. Затягиваем. Вот крылышки у нас с вами уже готовы. Теперь мы подтягиваем проволоку посильнее, потуже, чтобы крылышки держались надежно и крепко. Далее продолжаем плести тело нашей стрекозы и наберем еще раз две зеленые бисеринки. И пройдем снова вторым хвостиком навстречу, вот так. Затягиваем. Далее будем набирать 8 раз по одной бисеринке, плотно затягивая при этом проволоку и проходя навстречу, вот так. Вначале я выбираю более крупные бисеринки и к концу хвостика более узенькие. Продолжаем плести 8 бисеринок. И последнюю 9-ю бисериночку выбираем самую маленькую и самую узкую, которую найдете. Это будет хвостик. Точно так же проходим с двух сторон. И наша стрекоза готова. Осталось прошить ее сбоку. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, вот наша стрекозочка готова. Можно, в принципе, здесь было бы скрепить два хвостика и на этом закончить работу. Но я предлагаю вам прошить. Прошивка сделает более прочным плетение. Итак, приступаем. Прошивать мы будем точно так же. Прошиваются обе стороны, вот эти бочки. Обе стороны будем прошивать. Подхватываем перегородку между двумя бисеринами и затягиваем так, как будто шьем. Снова подхватываем снизу следующую перегородку между бисеринками, следим, чтобы проволока не перекрутилась, и затягиваем потуже. Вот такой способ закрепление бисерных игрушек. Следующую перегородку подхватываем. Если для вас покажется этот способ сложным, то можете просто пройти в обратном направлении змейкой, пропуская проволоку через бусины. Тоже будет в принципе неплохо. Итак, продолжаем оплетать с обеих сторон вот таким вот способом, захватывая проволоку снизу
между бисеринками и подтягиваем. Делаем такие вот ровненькие, аккуратные прошивные ряды. Итак, прошиваем игрушку самостоятельно. Вот что у нас с вами получилось. Замечательная летняя, прикольная стрекоза-зорница. И на этом наш с вами мастер-класс окончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Нажимайте кнопочки под видео «Поделиться в соцсетях», чтобы все смогли сплести для себя таких удивительных насекомых. Всех люблю, целую, всем пока-пока!